I invented sweat. Popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. Подавать параллельно, друзья. Третье. Услышали? Вчера руки обошли до крученого маленького. Такого. С флагом, с российским, конец. А ты понял, как это работает, да? Это для меня большая честь. Флаг не приспускать, флаг поднимать. Итак, приготовились. Громко будет свет и ваше имя. Арсену аплодисменты, поехали по даче. Спасибо. Итак, где-то пур точно. Или книга «Разделочная доска». Доска осталась разделочная? КС. Они крутят разделочную доску. Вот сегодня... В конце выпуска будет анонс конкурса на тренировку персональную с героем выпуска Артемом Дониковым. С утра все перепробовал. Не помогает никаких вообще снадобий, чтобы взять и попробовать победить. Полшага назад, друзья, сделали. Тут настоящая баталия начинается. Сейчас будем смотреть. Представляете, казалось бы, да, бы вот так, а он это хоп. Все, расстались. Все, давайте до пяти. До пяти. Так. Окей, окей. Один. Два. Два. Три ноль. Четыре ноль. У вас подача. Ноль четыре еще. Что? Что за издевательство? Пять ноль. Громко аплодисменты. Спасибо. Мылится. Причем она разбирается у нас. Сразу? Дай сразу. Поехали. Раз. Два. Ваш подача. Три. Стоп! А, три подачи? А, мы тут что-то... Опа! Мать тебе мыльницы, мол. Четыре. Подачи. Было, было, было! По девушке попало, извините. А есть кто прям хорошо играет? Есть? Хорошо играет? Выходите. Итак, сначала вращаем барабан. Также не сильно, потому что, представляете, тысячи человек сейчас смотрят на вас. Сковородка? Но мыльница, да, мыльница видит, потому что чуть человека не попал. Сковородка. Готовы? Переподача. 0-0. 1-0. 2. Он тоже сковородка тысячу лет не играл. Здесь, потом там. Так, 3. 4. Быстро, да? 5. Это браво! Супер. Есть кто прям такой заряженный играет? Все, давай. Все, сейчас вот быстренько он сыграет. Вы быстро будете играть? Так, чем? Я бы по порядку шел, все предметы перебрал. Тарелка осталась. По нулям. Той стороной. Там же мало поверхности. Ну ладно. Один. 1-1. Такого счета у нас не было сегодня. 2. 4. 5.
Спасибо, громкие аплодисменты. Ракетка. Есть что прям вот такие? Отсюда не ролик. Кто? Подождите, чем будем? Да уже без разницы. После до этого все время наоборот жаловались, что ракетка не тянет. Там у них отмазок нет, как бы. Так, давайте дальше. Какой-нибудь у нас человек просто, который спокойнее крутит топором. Дайте шума, дайте шума, дайте шума. Закручиваю. Соболезную. Давай топор прорезиним. Было. Сеточка. Гоу! Топором крученую. Мало ли. Ай. Так. Оп! Оп! Ну хорош, согласись, хорош. Ну пошумим, 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 погрешим. Выиграл. А я его курчаю, курчаю, посмотри. Держи подарок. Громкие аплодисменты, красавчик. Продолжаем. Вот. Надо было менять ракетку именно в этот раз. Да, 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 да. Шпатель, может быть. Какой? Не-не-не, не надо шпатель. Нет шпателя? Нет, есть, есть. Зеркало, 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 зеркало. А, есть и шпатель, есть и зеркало. Зеркало просто вылетело у нас. Расчески не было, расчески не было. Кепка. Так. Итак, я не знаю, как это. Я не знаю. А, вот так. Вот так можно. Оп! Все же хорошо, да? Все же хорошо. Итак, вторая. Два. Три. Кепкой? Как ракеткой. Четыре. Ну рядышком, все рядышком. Один, четыре. Все хорошо, нормально. А, вы думали, так выбираем, да? Так, 4-2. 4-3, опасный момент. Считаем, да? Правило из правила, да. Молодец, супер, отлично, отличная партия. Зеркальце или шпателем? А, там есть зеркальце, которое еще склеено. Так, пам-пам-пам-пам. Итак, нам нужен соперник. Выходите, выходите. Джентльмен, очень серьезный. Зеркальце. Поехали. 0-1. Четверо. Рядышком, рядышком. Пять. Громкие аплодисменты. Громкие аплодисменты. Да. В прошлый раз было. Все. Можешь подать. Переподача. 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 Еще. Вы видели, что ракетка поменялась? Там шпатель сейчас. 0-1. Пускай телефоном потом сыграет. Ой-ой-ой! 3 или 2-2? Терпи. Так. Воу!
3-4. По 4? Баланс. Решающий или баланс? Больше-меньше, смотрите. Так. Шпателем, посмотри, что творит. Если кто-то собирается ремонт делать, знаете, кого звать? Громко, а можно подарок нам? Подарок. Вот один подарок сюда точно нужен. 100%. Кто согласен, поддержите меня, пожалуйста. Потому что, ну, действительно, партия была очень крутая. Еще вас меньше... Телефон. Телефон на телефон. Вы будете тоже телефоном играть? Все, поехали. По нулям. Один. Что умею играть. Мне с утра доказали, показали, научили, что я не умею играть. Телефоном. Телефоном. Он выиграл тебя телефоном. Дай вам поаплодировал. Классно. Расческа. Расческа. Да? Хорошо. Один. Подачки-то тоже увидели, да? Что-то делают. Три. Один, три. Четыре. Перепадает у тебя. Шанс есть всегда. Над сеткой там смысл. Партия. Браво! Громкие аплодисменты. Мы все инструменты попробовали, все попробовали. Кто? Вы? Выходите, давайте. Все, последний человек. Последний человек. Итак, готовы? О! 1-0. Ну, соберитесь, соберитесь. Ну, ответственный момент. Последний раунд. Все. 1-1. 2. Вот сейчас начнут хейтеры вот это. У него резиновая подошва, он подкручивает, да? Вы посмотрите, что творит. Давай. Ооо! Ну, собраться. Ну, тут все. Ну, подарки, подарки. Громкие аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Все, всем. Коробкой можно. Коробкой? Чемпионы сами в азарт пошли. Все, сразу. 0-0. О, амортизирует, да, она? Надо вкладываться. Один. Прости, брат. Сухой попахивает уже, да? Парусность большая еще. Фу, у нас есть шанс, что он не будет подавать просто. Итак, 2-1. О! 3. Вы сами выбрали, вы сами выбрали. Ну вот, подставили друга. Я виноват. Браво! Браво! Зачем просто? Там считает кто-нибудь вообще, нет? 3-3. 3-4.
Но это было хорошо. Это было хорошо. Все, закончились предметы. Вот давайте он будет бетонной плитой. Вот это дело. Кстати, морсом нормально. Вам вообще без разницы, чем он говорит? Там же была бы она полная, другое дело. Попробуем. Да? Кто? У вас слива, клюква и чернига, там столько всего. Вот что? Вот когда они вот так делают, я сразу думаю, все понятно тут. Да. Фу. Но опасность представляет, я точно вижу. Есть судья, ты смотрел себе в плане. Так. Жан приловчится морсом играть. Кто играл когда-нибудь морсом? Тяжело, слишком. Морсом играли, нет вообще. Кому расскажи, не поверит. Был шанс, да, хорошо. Ай! Готовьте на всякий случай подарок нам, если у нас там они остались. 2-4. Вот так, вот так. Дайте громкий аплодисмент сделаем. А мы-то думали, против морса нет приема. Если нет другого морса. Последний. Во-во-во, зачетной книжкой сыграет человек. Зачетной книжкой. Зачеткой? Проверим сессию сначала. Проверим. Это сейчас не допустим. Нормально. Слушай, хорошо. Вот-то какой этот, не надо? Зачетка против ракетки. Это удобно. Есть. Ну постарайся, ну, Саша, ну давай, ну хотя бы одну. Там одна и осталась. Как будто мы не видели, да? Не было, еще. Красавчик, красавчик. Саш, сессию-то сдал же. Держи. Все, ребят, все. Спасибо всем. Громкий аплодисмент, друзья. Классно. Тетрадь уже, все. Шнурки. Шнурками играли когда-нибудь? Нет. Друг другу поаплодируйте, друзья. С праздником, с Днем России. Мы вас поздравляем. Принимаете участие огромное количество зон активности сегодня еще здесь. И спасибо, что были с нами. Для участия в розыгрыше тренировки с мастером спорта Артемом Двойниковым, который показал, что он умеет играть не только ракеткой, надо написать комментарий о том, как вообще вам этот формат и какой предмет стоит добавить для того, чтобы этот формат улучшить, сделать еще более интересным. Пишите в комментариях результаты 1 августа в телеграм-канале. Спасибо. Классно. Классно загрузились. Еще одна. Да почти, да? А так...